Тебя шпыняли, толкали, били. И тут ты узнаешь, что люди боятся насилия и даже намека на насилие. И чокнутых тоже. Я стал специально вызывать у себя припадки бешенства. А через полгода понял, что не могу их остановить. Постепенно тут выгораю, временно все как-то потеряно. Без любви до гелика знаю все то временно, но душа потеряна. Наберу подельника, быстро позвони, а ты же знаешь, молодой. Мама, не найду покой, мама, достану другой, мама. Но душа летит и на рассвете встречает закаты мы. Сколько раз провожали те, кто близки. А ты же знаешь, сколько раз показал душу на показ. И сколько времени сейчас пытаюсь выпустить на подброшу. Боже, помиды нас, я неплохой, хочу в утро, чтоб мама дома не считала деньги, тратила как газы. Мы с тобой не первый раз ведем беседу тут за нас, но видно кончился запас твоих прощений на всех нас. Но не сейчас, еще не раз придем колени на показ. Давай тогда оставим сейчас, чтоб не тревожить нам всех вас. Завари чай, Усан-чан, не вдыхает твой лад. Хреновое детство, как у меня. Но они научились принимать его и жить в кавычках нормальной и полной жизнью. Я отношусь к этому философски.